случайно мы нашли самого редкого зверя, за которым мы отправлялись и за которым нас посылали. Итак, давайте посмотрим. Быстрее камеру сюда наводите. Это дикий таймырский тюлень. Аккуратнее, это детеныш. Это детеныш. Но мы не будем его волновать, потому что он сейчас лежит и ждет мамку. Мамка скоро придет, а там еще и бабка. Поэтому... Все, друг, давай, живи тут. Жди мамку, скоро она обязательно придет, не волнуйся. Блять, побежали нахер отсюда! Ёп! Я сломал детеныша! Блять! Побежали! Экспедиция закончилась не так, как мы планировали. Ну ничего, мы уйдем отсюда и найдем новых детенышей. Побежали.